Каждую вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. В этом году в нашем регионе его встретили с небывалым размахом. Ну а центральной площадкой основных событий стал стадион Оренбург, на котором более 100 человек начали свой день с массовой разминки. Лозунг акции «Приходи на стадион» поддержали и дети, и взрослые. Подробности далее. Стадион Оренбург. 10 часов утра. День физкультурника поклонники активного образа жизни решили начать с общей зарядки. Но прежде, еще не до конца проснувшихся, готовы разбудить спортсмены роста до САФ. Рев мотоциклов, картов и взмывающие вверх самолеты задают праздничный тон. После такого динамичного старта темп сбавлять нельзя. Участники массовой зарядки активно включаются в происходящее. Всего пара минут и ни одного хмурого лица. Среди тех, кто сегодня пришел на стадион, руководители разных уровней. И неважно, политик, бизнесмен должен заниматься, если не спортом, то хотя бы физической культурой, для того, чтобы быть в нормальной физической форме. Вот эта нормальная физическая форма позволяет сегодня быть более трудоспособным на любой работе. Председатель законодательного собрания области Сергей Грачев со спортом на «ты» и зарядкой не пренебрегает. Именно с нее каждый день в 6:45 он начинает утро. Самое главное – начать. Все кажется, что нет времени, нет занятий сходить куда-то. Все это ерунда. 15-20 минут, я вас уверяю, каждый, любой занятый или не занятый, найдет время в день 15-20 минут этим заниматься. И этим надо заниматься. В продолжении зарядки – зажигательный танец. Инструкторы проекта Dance for Life показывают движения, которые многим удается сходу освоить. Даже самые юные участники массового действия не сомневаются, что правильно сделали, придя на стадион. Чтобы оставаться таким здоровым, бодрым. После зарядки по дорожкам стадиона проехали паралимпийцы области, которым не раз удавалось покорять российские мировые вершины. Тем временем участники праздника могли вволю разгуляться. Одни ринулись покорять батуты, лабиринты, крутые горки, благодаря чему почувствовали себя героями телепроекта «Веселые старты». Другие, глядя на выступления спортсменов, выбирали секцию по душе – футбол, баскетбол, волейбол, бокс, дзюдо, тэквондо или шахматы. Причем попробовать себя в том или ином виде спорта можно было прямо на стадионе. Те, кто мастерство показывал, свои первые шаги в большой спорт сделали не один год тому назад. У меня успехи в большом боксе. Я занимаюсь уже на протяжении 3 лет. И, значит, за эти 3 года у меня неплохой результат. Вот поэтому мне нравится бокс. У меня есть в нем данные. Практически все дюш из дюшор организовали показательные выступления. Пока боксеры вели бой с тенью, хоккеисты играли на траве. На вопрос, что им больше всего нравится в тренировках, отвечали почти не задумываясь. Играть в хоккей, бороться и выиграть. Было из чего выбрать, было на что посмотреть. Презентации школ праздник не закончился. Финальным аккордом стал массовый забег на 400 метров. Внимание! На старт! Марш! Праздник удался, и с этим не поспоришь. Физическая культура и спорт, она объединяет. А, в общем-то, начинается физическая культура и спорт с зарядки. То есть вот мы просто по этой логике пошли и решили эту зарядку сделать вместе. Я думаю, получилось. Первый блин не стал комом. Это значит, праздник со спортивным размахом и массовостью обязательно повторится. И, возможно, раньше, чем через год.